Джорджа. Лука Джорджевич! И удар! И Владимир Быстров забивает. Вначале, ну что, великолепный пас Томаша Губачана. И Лука Джорджевич пробивает. Пятов среагировал. А Владимир Быстров. А вот и болельщики «Зенита». 1-0. 89-я минута. Молодец, Быстров. Смотрите, как точно здесь все четко сделал. Ну и пас Губачана. Классическая комбинация. Казалось, ушли Киржаков, Аршавин. Кто будет забивать? Да нет, есть кому забивать. Молодцы, Лука Джорджевич.